Всем доброе утро, друзья. Мы уже собрались, сейчас выходим. Не обращайте внимания на мое лицо. Я себя в порядок пока не привела. Решила привести себя в порядок уже по дороге, потому что нам целых 300 с чем-то километров ехать, и не хочу, чтобы у меня это все на лице, как говорится, испортилось бы. И поэтому я покрашусь в машине уже. Дети и Реза уже вышли. Сейчас я тоже мусор возьму и... Ну, похоже на этот. Да. Мы сейчас заправляемся. Здесь у меня сумка с водой, соками, там сэндвичи приготовила в дорогу, там сладости детям. Ой, цанца. Дети, все нормально у вас? Да. Я детям одела длинными рукавами, потому что у нас чуть-чуть прохладно с утра. Плюс, куда мы едем, там 22 градуса. Мам, папа тебя Нет, говорит, кофе хочешь? И поэтому я ходила так, с собой взяла маечки, на всякий случай, чтобы переодеть их, если будет очень жарко. На что я похожа? Хорошо, с собой все взяла. Так что чуть попозже я себе приду в порядок. Друзья, мы сейчас остановились. Реза хочет взять кофе. И тоже капучино, потому что мы не выспались. Надо подкрепиться. Дети здесь займутся своими делами. Машка красит, рисует. Алик там играет на планшете. Таблетки. Да. Машка рисует. Да. Смотрите, как они рисовали. Угу. Машка только свои брюки и белые не замажь, да? Угу. Красиво. Что я сделала? Что тут у нас? Поставьте ключ, вот у нас. Пиво, блин, поставьте. Положи. Мой капучино. За кофе пьет. Там, смотрите, вот на стекле не видно, как показать. В общем, вот там есть. Вот, если вы видите, вот в этом месте через стекло видно. Там этот плакат футболиста, кажется. И я когда увидела, я испугалась, думала, кто-то там сидит, кофе пьет. И смотрит. Да. А что? Это капучино. Я люблю. Откуда ты любишь капучино? Мы остановились сейчас. Дети захотели. Ну, кабинет 2.0. Машка. Маша? Мария? Тебе не холодно? Не жарко, то есть? Не очень жарко, нормально. Смотрите, как классное место здесь. Чтобы посидеть себе, походить. Нам осталось 1,5 часа езды. Здесь туалеты. Опять остановились, друзья, потому что у Лёшка не может долго в машине сидеть, у него начал болеть живот, и решили остановиться, чтобы он чуть-чуть походил. Вот такое классное место здесь тоже, тенечек. Сейчас ему хорошо,
плохо было, видите ли. Догоришь? Ну что, Машка, у тебя не хочет вставать, да? Ты будешь сидеть, мам? Не хочешь вставать? Не? Хорошо, если не хочешь, не надо. 1-2 минуты. А, мама? Не, мам, сейчас мы пойдем. 2 минуты они походят и пойдем. Просто кто тебя потом пристегнет? У нас лобовое стекло опять, смотрите, все испачкалось. Из этих насекомых. Леш. Ты чуть не упал, да, мам? Сейчас нормально у тебя? Живот не болит? Так себе? Маме как же хорошо в дальнюю дорогу ехать. Там плюс такую погоду. Знаете, на улице так прохладно. Денечки вообще хорошо. Сейчас нам надо место. Паркинг Носика был отдельно, знаешь, здание? Мы проехали. Это самое. Да, классно. И потом уже там пляж идет. Вообще. Классное место. Вот там все, да? Мам, мы первый раз в аквариум идем. Да.
И папа тоже. Не, в аквариум мы не первый раз, там просто. Потом уходит, потом приходит. Там купаться можно. Так, это что? Ну сейчас просто холодная вода. Какая-то башня. Зайдем в парк и кушаю. Там один этаж. А? Один, не один. Все. Нажмем на ногу. Чайка. Встречает гостей. Ладно, да, Лёш? Ну, тебе-то не было. Да, Лёш, подыхай. Много, да? Ага. Александр. Come here. Office. Подожди, мама. Вот этот глаз, только они убивают эти. О, как хорошо. Зеркало есть. Как хорошо. Иди пока сюда, мам. Мам. А. Что? Здесь аттракционов нету, не бойтесь. Смотри, мам, медузы. Во, это медузы. Вот там тоже есть. Осторожно. Пойдем вот тут. Там, наверное, самый крутой сад. Думаешь? Какой огромный черепа. Смотри, смотри, двигайся, кушай. Мария, смотри. Спасибо.
смотри, акула, мам. Смотри, смотри, как... смотри, розовый тоже есть, мам. Смотри, розовая рыбка, видишь? Фиолетовый тоже. Где? Мама, ри, это рыба из мультика. Да, это Дора, что есть, вот синяя. Да. И Немо, что Немо нету. И это желтая. Это... Папа, идем. Вы тут будете? Пошли, пошли. А, ничего нету, я говорю. Кораллы, мам. Смотри, смотри, какие рыбки, смотри. Смотри, какие малюсенькие. Вот здесь тоже, смотри. Это ничего не... Мама, я не хочу. Хорошо, ладно. Дети, пойдем. Пойдем. Стеклянный пол. Я боюсь. Не бойся, Лёша. Смотри, какие большие. Смотри, вот там. Этот вид не видно. Смотрите, какой классный вид. Это как эти рыбаки, когда идут на такое. И это специально так, мам, не бойся. А там смотри, как вот еще один. Нож. У меня какой вонючий запах рыбы. А. Да, это покажут, как там выглядит, наверное. Смотри, какие маленькие медузы. А, смотри, Машка. Смотри, какие малюсенькие. Медузы, вау. Royaume des requins, regarde, здесь мы не были раз.
Вот. Внизу мам смотри. Вот туда пропала. Мам, вперед, вперед смотри. Подвиньтесь оттуда. Опа. Ой, минуй высота. Не бойся. Я плавать умею на спине, что. Что это, Олег? Что за порус, мама? Il est interdit de plonger. On n'a pas le droit de plonger. Быстро? Нет. Идемте прямо, правда. Там интереснее, смотри. Засмотрелся. А если, правда, возле нашего дома такое было бы, я бы целый день с детьми вот возле берега обгуляли, а? Угу. Глядите, тоже как хорошо. Папа, ты не боишься вот такую высоту? Упал на другой остров. Подождите. Не, нет, ты туда не попадешь, не кидайте, нельзя. Зачем? Ну, потому что нельзя. Один раз еще. Я большой возьму. Классный воздух здесь, очень приятный, погода вообще супер для прогулки, особенно прохладно, не жарко очень, на мои волосы.
И очень приятная погода. Не зря мы сюда приехали. Вообще не хочется обратно домой ехать, честно. Там остров какой-то. Да, остров. Да? Да там... Что-то там стоит, я не знаю. А ты какой прикольный. Слушай, у тебя руки чешутся? Я хочу играть. Не, да, ну, мама, не надо отсюда. Вдруг там люди ходят, прям по голове попадешь. Мы же не видим отсюда. Мам, а тут ток идет? А, не знаю, остав. Не трогай. Алик, подвернешь ноги. Здесь, смотрите, дорожка какая ужасная. Ну, пойми, какой воздух. Этот ветерок морской такой приятный. Смотрите, как классно. Ай, блин. Осторожно, дети. Мария, не беги. Мария, стой. Мария, стой. Вот это вид. Просто передать невозможно. Не, мама, будь здесь. Прошу тебя. Как классно. Мария, ну, видя кто. Все, друзья, мы уже выехали, остановились сейчас кофе попить и уже едем домой. Так что спасибо за просмотр, забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал.